Неужто дождь все-таки сольет? Как вы думаете? А? Поеду-ка я, наверное, к себе на Борисовку. То тут что-то какой-то сукин надвигает. О, для таких вот как я, которые не очень любят ходить. О, дождик-то идет. Да. Пора отсюда, короче говоря, мне валить. Да. Попал я под раздачу. Надо было домой сразу ехать. Не. Такие игры я не играю. Дождь пошел, да я еще. Не. Пойду-ка я лучше до хаты к себе. Хороший льет, гадина. Такая. Да, хомутка во время дождя, дело еще то, и то, что нынешний сейчас, в квартире все сидят. И ждут. Вот он, рыночек местный. Все тут местное. Пойду я через этот дворик быстро. Чувствую я, попаду тут в хороший летний дождь. Опа. Поеду я к тебе на Борисовку. Нефиг тут делать. Да, вот видите, эти столбы, тут будет 5А ходить скоро. Совсем еще чуть-чуть. И можно будет кататься по городу. Сколько вы захотите. 5А только буквы П он так будет ходить. 13-я Крянка из старого улицы. А так тут больше, в принципе, ничего нового-то и нет. 1 километр, 400 метров они проложили новые дороги. Уж так посчитали. Так что вот так вот. То был дождь, то дождя нету. Все, тогда я ложу. Давайте, пока.